Максим, пожалуйста. Номер 6. Ты мне гнался опять. Спасибо. Номер 7. Спасибо. Номер 8. Спасибо. Номер 9. Спасибо. И номер 10. Дамы и господа, все низко наклоняют головы, и просыпается мафия. Спасибо, договорилась, мафия засыпает. Просыпается Дон. Дон засыпает. Шериф просыпается. Шериф засыпает. Доброе утро. Номер один, пожалуйста. Доброй ночи. Вытянул очередную красную карту. Очень рад этому. Я надеюсь, что эта игра тоже будет такая же красивая, как и прошлая. Мы вот так плавно, красиво и без зуба победим беззубую черную команду. Согласен был с игроком номер два, когда сказал, что важен результат. И самое главное, что победили. И так хорошо, спокойно, без нервов. Мне так нравится. По просыпанию и, самое главное, по засыпанию мне понравились игроки 2, 4, 5. И вот так внимательно они смотрят. Пока моя команда, это вот 2, 4, 5. Дальше, когда круг завершится, я покажу шерифу, кого проверить. Мне в зале девушки Рузана просила, говорит, соберись, как раньше, вот так создай команду, нерв, чтобы был в игре. Да, вот сейчас вот собрался, и вот, вот такая команда. Я думаю, что эту игру тоже красную выиграют. Вот такая у меня интуиция. Тем более с восьмым мы прошлую игру хорошо сыграли, да? Ты черный был или красный? Шерифом был. Ты красный. В общем, что-то хорошо было, по-моему. Поэтому... Время. Не, поверил, что я случайно пасок. Вот, я помню. Время, спасибо. Шерифом можешь ты не быть, но гражданин не быть обязан. Номер два, пожалуйста. Радуюсь, что ты вспомнил, что ты сделал. Не, я согласна, надо играть на результат, но народ жалуется. Они говорят, ну, воспряните, мы столько лет ждали эту донскую игру, а вы сидите, как вялые курицы. Самый активный у нас Ваня. Он хоть как-то пытается сделать шоу, а мы все такие ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но зато выигрываем, правильно? Главный результат. Все, а, все равно, да? 2-2, да. Сейчас пятая игра, и я согласна, что красные должны победить, потому что я красный игрок, хочу, чтобы мы выиграли. Первый мне нравится, пока играю.
Ну, по просыпанию, не знаю, просыпание все обманчиво, тогда так хорошо проснулся Раф, я ему поверила, оказался черный. Не буду смотреть. И плохо проснулся восьмой игрок в тот раз, а оказался красный. Все, в это уже не буду верить. Плохо? Ну, всегда просыпается со светлыми глазами, никогда красный глаз не бывает. Поэтому я понимаю, что это не работает, а он всегда просыпается жутко красными, заспанными. 10 секунд. Спасибо. Подустали, да, игроки, я так понял? Начали говорить. Номер 3, пожалуйста. Ну, в принципе, особо обсудить нечего, потому что оба игрока говорили о прошлой игре. То есть из этого делать вывод, что они красные или черные, ну, больше красные, будем считать 1-2 красными. Но поскольку любит Ваня быть в центре внимания, может быть, я сделаю одну неполезную вещь для красной команды, как считает пятый номер, я выставлю девятую кандидатуру, пусть он бывает в центре внимания. Я выставляю кандидатуру номер 9. Принято. Я красный, предлагаю 1, 2, 3 играть вместе. Ну, пока что на этот. Я выставил, опять же, я сделал неполезную для красных, для красной команды вещь. Ну, там дальше посмотрим, это полезная все-таки или не полезная. Вот, вот такая вот беззубая игра. Время, спасибо. Спасибо. Номер 4, пожалуйста. Спасибо, доброй ночи. Я подумал, было бы классно, если кто-то из нас начал бреть. Ну, вы знаете, вообще-таки я не красный игрок. Было бы интересно, да. Ну, что хочу сказать. Значит, три игры. Одна красная, три черные. Было безумно сложно прошлую игру играть, лично мне. Тем более, один из наших игроков тоже, скажем так, не очень хотел эту игру играть. Или не получилось. Поэтому, как бы, что сказал номер один, в действительности, да, беззубо очень мы сыграли прошлую игру. Даже шерифам не хотелось открываться. Хотя, говорят, почему? У меня смысла не было. Смею предположить, что на этой половине стола, если есть черный, то всего один. Смею предположить. Информация к размышлению для шерифа, во всяком случае. 10 секунд. Что? Кто? Ты хочешь, чтобы я это сказал тебе? Хорошо, я на следующий круг попытаюсь сказать это. Время, спасибо. Номер 5, пожалуйста. Ну, я думаю, что мы здесь собрались не для того, чтобы кому-то что-то показывать. Понимаешь, мы собрались, чтобы получить удовольствие от игры друг с другом. Это прежде всего, да? Вот. И я думаю, что это получается уже. Ну, во-первых, ну, да, должен сказать, я пятый раз красную карту вытащил. Хотите, верьте, хотите, нет. Да, вы понимаете, есть многие, которые любят черную карту, и черная карта, она больше там позволяет какие-то ходы сделать и прочее. Я люблю красную карту, об этом все знают. Вот, но происходит хорошая вещь. Мы играем, ну, 2-2 это нормальный счет. Потом вы посмотрите, первый преобразился. Вот он, это пятая игра, он как-то все устал, и сейчас немножко он уже... По-другому немножко. Это замечательно, это хорошо. Он назад, есть, обратно вот втягивается в эту игру. Значит, я красный. Первого, второго считаю красным. Третий, четвертый не уверен. И вообще вот третий, по-моему, как-то очень хорошо умеет скрывать свою черную карту. Я его как-то не очень чувствую. Номер 6, пожалуйста, Дима. Ну, для меня краснота игроков, она по нисходящей идет. Но все-таки... Рискну предположить, что черные игроки могут сидеть с 7 по 10, все три. Может такое быть? Нет, Кимыч? Почему? А с 8 по 10? Ну, мы ж не знаем, я ж не говорю конкретно вы там черные. Просто в целом ничего конкретно черного про игроков напротив сказать не могу. Каждый из них в разной степени, но постарался себя окраснить. И по мне, так вот, первый красный, вторая чуть менее, но красная, третий, вот это активным выставлением тоже некую красноту у меня заслужил, в моем понимании. Четвертый поменьше, пятый, ну как четвертый, наверное, меньше, больше, там не будем мириться. Но в целом игра будет сложной, потому что слишком много красных. А значит, вот здесь вот много черных. Время. Я тоже номер красный. 6. Номер 7, пожалуйста. Ну, вряд ли нужно ждать, что на первый круг игроки такого класса, как те, которые сидят за столом, прямо уж так прокулятся, кто они. Обратил на меня внимание алогичность Сережина слова, что здесь, как видно, должен быть всего один черный. Пятый еще не поговорил, ты уже принял решение. Это раз.
Не нравится РАФ, потому что есть такое мнение, что один раз история повторяется как трагедия, второй раз как фарс. Зачем тебе было выставлять игрока номер 10? На основании чего? Ты повторил тот же ход и, возможно, на сей раз повторил его, будучи черным. Из тех, кто погает для меня, Диме верю, что он красный игрок. Дим, седьмого не идут черные номера. После восьмого, может быть. Но седьмой – это точно красный игрок. И поверил Рубику, потому что он сказал, что в пятый раз вытащил красную карту. Не станет Рубик такие вещи говорить, будучи черным. Он просто забудет о том, что он четыре раза вытаскивал и начнет доказывать, что он красный. А сейчас он сказал кошмарную вещь, но я верю в этот кошмар. Раф, ты мне не понравился из тех, кто сидят, и Сережа немножечко логичен. Время, спасибо. Номер 8, пожалуйста. Ильич, только что ты противоречил себе, когда номер 6 говорил, что мне кажется, после меня есть трое черных игроков. Кимиш говорит, нет, такого не может быть, нету такого. Потом он говорит, а после меня может быть три черных игроков. Если после тебя может быть, после шестого номера не может быть. Три черных игроков, непонятно это. Если ты красный, ты мог сказать, да, возможно это, я красный, после меня вот это три человека, трое черные. Не будем говорить, с каким фантастическим версиями это вы находитесь, но очень плохо ты говоришь. Я по номерам 1-2. Серег, никогда не понимаю, когда игрок говорит, что он знает черного игрока, но не скажу. Почему не скажешь? Скажу после второго круга. Где-то там возле третьего. Непонятно, кто для этого. Притом говорят, это номер 5? Серегу спрашивают. Нет. То есть между номерами 1, 2, 3 для тебя есть черный игрок, но ты это не скажешь. Почему время. Не скажешь? Время номер 8, спасибо. Не, пускай шериф правит номер 4. Номер 9, пожалуйста. Посмотрим, кого убьют, а потом скажем. Это логика. Может быть так? Нет, не может быть. Мне понравилось, как игрок номер 8 поговорил. Ай, вот трое человек будут меня обманывать. Но я вам это не разрешу. Раф, знаешь, слабый ход выставления моей кандидатуры. Просто не могу понять вот смысл для красного игрока. Действительно не могу понять. Выставлять кандидатуру. Зачем красному игроку выставлять кандидатуру? Если я был бы черный, я воспользовался, если бы я был другая кандидатура. 10 секунд. А мне кажется, что вот там черные сидят. Если так... Оборотку дадим. Все вот там черные. Мне понравилось, как говорил восьмой, мне понравилось, как говорил шестой. Время. Номер 9, время, спасибо. Номер 10, пожалуйста. Спасибо большое. Значит, тебе буду говорить. Смотри, Серега, до Сереги поговорили трое людей. Он говорит, могу предположить, что на этой стороне сидит один черный игрок. То есть кто-то из троих ему не понравился. Да подожди. Могу предположить. То есть еще пятый не говорил. Вот пятый поговорит, он может предположить, что там двое, если плохо поговорит. Это не к этому. Я предлагаю третьего, четвертого не проверять. Я предлагаю как раз проверить игрока номер 7. Это будет полезно для красной команды. Ну, как минимум, мы будем знать, что после него 8, 9, 10 черные. Хотя бы для Димы. Смотрите, про Диму никто ничего не говорит, Дима красный. Значит, красные игроки 1, 2, 4, 5, 6. И я. Вот, подожди. Вот пока на первый круг так получается, поэтому про этих игроков никто ничего не говорит. Плохого. Да? Раф одиозный, Кимыч одиозный, для стола немножко. В общем-то. Время. А дальше номер 10. Время, спасибо. Так у нас одна кандидатура, дамы и господа. Она не рассматривается. Ночь. И мафия выходит на охоту и проходит рядом с номером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и удаляется.
просыпается дом. Засыпает дом. Просыпается шериф. Засыпает шериф. Доброе утро, дамы и господа. Номер 5. Вам последнее раз слово. Первую ночь из 5 игр — это многовато немножко. Но бывает. Обидно. Вот. Вы знаете, ну такого вот информационного какого-то массива нету, чтобы проанализировать. Там даже не знаю, кто может быть черный. Тройка. Причем тройка, которая играет в одной команде. Предположу. Предположу и скажу, что это игроки под номерами 7, 9. 10 секунд. 4, 7, 9. 3 поменять только за деньги. За бесплатно не буду. Ладно, хорошо. Да моя проблема, конечно. Из 2 игр 5 это. Время. Ладно, спасибо. Победу красным. Спасибо номеру 5 за игру. Номер 2, пожалуйста, начинайте обсуждение дня. Спасибо. А мне не принесли. Сейчас принесут, я заказала. Мне нравится игрок номер 6. Правда, печальный, Дим, давай вот воспрянем уже. Андо воспрял, ты как-то еще вяленько. 8-й, ну, как всегда, у меня под сомнением, но я очень внимательно слушаю и учусь угадывать, какого бы цвета. Угадывать, потому что логика в вашем случае, то есть в моем случае, с вами не работает. Выставляю кандидатуру номер 7. Принято. Мне не очень понравилось, Георгий Кимович, правда. Ну, это не сильный ход, это не наезд, я просто хочу послушать. Потому что если ваш шериф проверил, то пусть сначала выступит игрок, как бы, чтобы шериф не определялся и так далее. Ну, не выставит, все прекрасно, я не буду голосовать, буду дальше слушать. Ну, 4-й тоже, естественно, под сомнением. Ну, сейчас ты расскажешь, кого ты считаешь. 10 секунд. Черным отсюда. 10-й неплохо закрыл по мне. То есть черных я бы вот искала. Время. Где-то спасибо. 7, 8, 9, 3, 4. Номер 3, пожалуйста. А кто, я не понял, одиозный, что значит? Вот в этой игре я не понимаю. Тот человек, который делает какой-то ход, выставляет кандидатуру, одиозный по тебе? Скажу так. Значит, Кимыч подозревает и 3-го, и 4-го, он об этом говорит. После этого Балиан в алогичности обвиняет Кимыча и сам же делает тот же алогизм, говорит, что 3-й, 4-й, вот 4-го нужно проверять. Ты же это говорил, что 4-го нужно проверять. После этого номер 8 получает алогизм в том, что Кимыч говорит, что 3-й, 4-й плохо говорили, и он предлагает здесь проверять, и ты говоришь то же самое и обвиняешь в алогизме 7-го вместо того, чтобы играть 7-м, если ты с ним соглашаешься. 10 секунд. Это не замечает 9-й. Я не знаю, как закрыл 10-й. В принципе, хороший состав. Я выставляю кандидатуру номер 8. Принято. Лиля, не знаю, на этот круг не очень хорошо поговорила, скажем так. Отлично. Очень хорошо поговорила Лиля. Время. Я красный игрок, неодиозный. Все, спасибо. Номер 4, пожалуйста. Спасибо. Значит, до того, как говорил номер 3, я хотел посчитать его пока не красным. Но в смысле, в принципе, человек говорит по мне пока логичную вещь. Но скажу такую вещь. 7-му не понравилось, что ты выставил номер 9. Не понравилось. А 8-му не понравилась речь 7-го. Да. Может быть, игроки 7, 8, 9 подряд, 3 черных. То есть они изначально разбиваются на разные команды, чтобы не...
Я на этот круг считаю 10-го условно для себя красным игроком. Потому что, в принципе, он неправильно, неплохо. Не то, потому что он меня красный, потому что очень много игроков он взял в команду. Вот очень, может быть, красную команду, которую он озвучил, среди них есть один, как бы вот так вот. 10 секунд. Потаянный, да, как потенциальный черный. Но человек неплохо поговорил. Выставляю кандидатуры игрока номер 9. Я считаю, что среди игроков 7, 8, 9 есть два черных игрока. Время. Номер 4, спасибо. Номер 6, пожалуйста. Тоже большая, конечно, такая вот прямо диада, да, смотрите, какая получается такая стена, даже не стена, подкова сжимается вокруг ребят, как пошло с того начала, после меня все черные, так они все как бы, ребята не возражают, напротив. Я хочу поиграть и с первым. И вторая меня приглашает себе в команду, хотя чуть-чуть вот это вот приглашение я немножко засомневался, потому что, ну да, я красный, ты больше красный, но я чуть-чуть засомневался. Еще я очень засомневался в одной вещи, я хочу играть с Ваняном, но убийство пятого наводит меня на мысль, что искали шерифа, а это, конечно, твой конек, Армен, ты знаешь. Хорошо, что не шериф, я рад, что он не шериф. Но странно, что поставили игрока номер 5 второй раз, да, вот. А, допустим, Джигиняна, который давно претендует на звание «Поставьте меня в первую ночь», почему-то не стоит. Выставили кандидатуру номер 4, не сильный ход, Серега, но твоя кандидатура должна стоять. И я считаю, в не меньшей степени, чем у третьего игрока. То есть я вот пока играю 1-2, хочу поиграть с 10-м. Вот такая у меня будет команда пока. Хотя если шериф нашел красного в первую ночь, он должен проверить 10-го, чтобы еще один красный был в нашей команде. Номер 7, пожалуйста, Игорь. А я, например, не уверен, что 10-й игрок – это красный игрок. Потому что вся его была речь перевернутая, речь номер 8, который, по мне, тоже черный игрок. Абсолютно правильно Раф сказал. Нет, не смейся, блин, я буду просить тебя голосовать. Раф абсолютно верно сказал насчет того, что я сказал, что не верю третьему и четвертому. И что было в моей речи алогичного, если Дима говорит, что черные сидят здесь после седьмого, я говорю, нет, Дима, после восьмого, может быть, но не после седьмого, потому что седьмой красный. Это алогичная речь. Это плохая речь. А вот то, что сделал Блиан, это хорошая речь. Это логичная речь. Он не верит тем же игрокам, которым не повел я, но при этом обвиняет меня в том, что я черный игрок. Считаю игрока номер 8 черным. Не верю игроку номер 10, по-моему, он тоже черный. Верю игроку номер 1, верю игроку номер 6. Не верю игроку номер 4, верю игроку номер 3, верю игроку номер 2. Время. Буду голосовать против 8. Номер 8. Вот ты, Раф, говорите, я стараюсь там хоть как-то понимать, о чем вы говорите. Не получается. Ну, нельзя так плохо. Раф, ничего не говорится. О чем будет речь? Примите кандидатуру номер 8, потому что он сказал, Кимич нелогично. И не соглашался с Кимичем. Это был речь Рафика. Примите кандидатуру номер 3. Принято. По мне три черные, я знаю их просто. Очень слабая игра. Не буду сказать. Ты точно, Кимич точно. Третьего не буду сказать. Для меня красные игроки. Номер 10, номер 1, номер 2. Серега Джон, если ты красный, играй с нами, потому что мы красные игроки, а они плохие игроки. Они не просто черные игроки, они плохие черные игроки. Мы должны такие игры выиграть в сухую. Не надо там, чтобы красный ушел один на каком-то круге. Нет, три круга, три плохих черных игроков должны уйти из стола. Теперь решай, третий уходит или седьмой уходит. Я беру номера 10 и 1, который сейчас... Спасибо. Номер 9, пожалуйста. Мне понравилась речь Балияна. Я тоже с ним согласен, что... Просто я не понимаю, почему ты меня не взял в красную команду, или? Я сижу спокойный, простой красный игрок. Почему четвертый выставляет мою кандидатуру, для меня непонятно. Я красный игрок. Если он шериф, примите кандидатуру игрока номер 4. Вот так. Потому что я красный игрок, а он выставляет меня и говорит, он шериф. Он не может быть шерифом. Я авторитетно заявляю, что игрок номер 4 не шериф этой игры. Потому что я красный игрок. Вот так. Но может он тебя не проверил? Ну, 6 получает первое придумать. А почему выставлять красную кандидатуру? Для меня черные игроки. 3, 4, 7. 3, 4, 7, 6 может быть.
Время. Почему, говорит, может, он тебя не проверил? Время. А кого проверить? Спасибо. Номер 10, пожалуйста. Я красный игрок. Значит, смотри, я больше тебе хочу рассказывать. Дима когда спрашивает, может быть, три черные кандидатуры? Он говорит, нет, потому что двое сидят, понимаешь? А один с той стороны. Кимич сразу знает эту ситуацию. Поэтому он тебя не называет. Понимаешь, мне верит, а тебя не называет. Понятно, он имеет право сомневаться. Он же... Армия Красный, предположим. Он понимает, что в Неве. Очень хорошо. Значит, ты шериф и десятый проверенный черный, Кимич. Хорошо. А почему не выставил, да, меняться вот там? Я предлагаю для того, чтобы было вот это вот правильно, шериф очень мудро поступил, проверив седьмого, найдя черного, выставляя кандидатуру номер 7. Стоит, что ты волнуешься? А что очень мудро поступил. Лиля, а ты видела, да, что я показал, что седьмой черный? Поэтому время, выставила. Спасибо. Ну, очернилась немножко. Зачем время, тебе спасибо. Это надо было? Ну, сказал. Номер один, пожалуйста. Скрылись бы. Четвертый обещал сказать, кто вот есть один черный. Да? Но сказал на следующем круге. Обманул, Сереж, не сказал. Ждал я искренне ждал, когда ты скажешь. Потом номер 8 сделал тебе замечание, говорит, что это за игра, я так не играю. Говори, сейчас говорю. Потом он сказал, что я знаю троих черных, но тоже не говорит, кто это такие. Говорит, потом скажу. Двоих ты сказал. Ты кого назвался? Седьмого и третьего. А я согласен с ним. Да, ну мне тоже так кажется. Теперь что мне делать? Я согласен. И четвертый тоже не понравилось, что ты не сказал. Вот то, что чего. Седьмым Кимиджа. Я играю шестым игроком. Мне нравится, как играет. Голосовка так. Шерифская игра, мне кажется, это будет. Шериф должен правильно и внимательно проверять. И номер 9 нервничает. Очень нервничает. Это тоже странно. Если ты шериф, я его выставляю и буду снимать с игры. Время. Номер 1. Время. Спасибо. Итак, дамы и господа, у нас 5 кандидатур выступлено. Это номера 7, 8, 9, 4, 3. Напоминаю, 7, 8, 9, 4, 3. Просьба голосовать четко. После слова «спасибо» и со словом «спасибо» голос не принимается. Номера 7, 8, 9, 4, 3. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 7? Спасибо. Раз, два, три, 4 голоса. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 8? Спасибо. 0 голосов. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 9? Спасибо. Раз, два, три голоса. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 4? Спасибо. 0 голосов. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 3? Соответственно, 2 голоса. Номер 7. У вас большинство голосов. Вам последнее слово. Значит, сидят 3 черных. Нахально куражится над вами. Молчи, ты черный игрок. И 9-й черный. А 10-й просто вот так. Знаете, что черная туча какая-то. Он говорит о том, что я черный игрок, только потому, что я говорю, что 8-й черный. Это единственное его основание так говорить. Я красный игрок. Если шериф меня проверил, нашел красным, хорошо сделал, что не прокололся. Но нужно по очереди снимать 8-го, 9-го, 10-го. Поверьте мне, я красный игрок. А это 3 черных. Потому что 3 руки было выставлено вот так. Они не сомневаются ни минуты в том, что я черный. В чем моя чернота? Я выставлял кандидатуру Аламаланду. Ты плохо сыграл. Очень плохо. Нет, так не делай. Плохо. Из рук вон плохо. Ты снял красного игрока. Есть только ты не черный. Но не может быть 4 черных. Значит, из этих 4 человек один красный, который по-дурацки сыграл. Время, Георгий Кимович. Спасибо. Вот так спасибо за игру. А у нас ночь, дамы и господа. И мафия в очередной раз выходит на охоту и проходит рядом с номером 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 и удаляется. Просыпается Дон. Засыпает Дон, просыпается шериф. Засыпает шериф. Дон.
Доброе утро, дамы и господа. Номер 8. Роман, вам последнее слово. Это Кимыч Кармира, да? Если Кимыч был красным, то это его вина. Он виноват, что он красный игрок. Номер 7. Он виновен. Вердикт. Номер 7. Ты красный? Да. Ты виновен. Все. Я шериф этой игры. Кстати, он сказал, что он шериф. Че? Сказал, я шериф, проверил там. Ваню правил черный, для вас это правил, для меня он черный. 10 номер красный игрок, 9 правильный черный. Сейчас уходит не номер 9, сейчас уходит номер 3. Номер 3. Если номер 3 красный игрок, если номер 7 красный игрок, мы должны эту игру в сухую проиграть. В сухую! Красный игрок, Раф, да. Красный игрок, Кимич, все, мы проиграли эту игру. Согласен так играть? Номер 4. Кстати, может быть, он черный игрок, потому что когда он поставил номер 9, номер 9 поставил, что ты не шериф, не можешь быть шериф банк, там что-то игра была. Но все-таки номер 6. Среди номеров 7, 8, 9, 10 нету трех черных. Вы ошиблись. Есть всего один номер 9. Ну, возможно, и 7. В общем, сейчас уходит номер 3. Будете снимать номер 3? Нет, он на следующий круг. Правильный черный сидит, уходит раз. Раф, я хочу так играть. Если Раф красный игрок, мы должны проиграть эту игру. Потому что он стал, поставил кандидатуру номер 8 на первый круг. Почему? Объясни, что было не так. Время. Сейчас уходит Раф, потом номер 9. Время. Не 9. Номер 8. Спасибо за игру номер 8. Я Рафа тоже правильно, кстати, забыл сказать на третью. Господа Доны, я вас попрошу просто покинуть игровой зал. И обсуждение дня начинает номер 3. Пожалуйста, Раф. Армин-джан, я хочу к тебе обратиться и постараться довести одну вещь. Если я знаю, что восьмой номер – это шериф этой игры, и, соответственно, мы в него будем стрелять и так далее и тому подобное, то я не буду играть против восьмого номера. Если я знаю, что я его буду стрелять по договорке, я опять против него не буду играть. Это бессмыслица. Его выставление, я считаю, что я правильно сделал, а потом голосовал против девятого. Против девятого голосовали я, четвертый и седьмой. Я считаю... А кто? Я. Я четвертый и седьмой голосовали против девятого. Это тот человек, который черный, проверенный этой ночью. Я выставляю кандидатуру номер 9. Принято. Считаю, что четвертый может быть красным игроком. Соответственно, я уже усомнился на тот круг в номерах и 1, и 2, потому что номер 2 тоже выводил седьмого. По-моему, Кимыч ушел красным, эмоционально ушел красным, потому что девятый номер так демонстративно выставил свою руку против седьмого игрока. Я выставляю кандидатуру номер 9. Не слушайте Армена. Он иногда глупые вещи говорит, и как бы когда нервничает, говорит неправильные вещи. Сейчас время. Я думаю, что седьмой красный ушел, а обязательно должен девятый. Номер 4, пожалуйста. Черный игрок также номер 6, который увидел, что про две руки идут и демонстративно не поставил свою третью руку, хотя Дима очень хорошо все видел. Обзор у него хороший. Он демонстративно не поставил третью руку против игрока номер 9. Против игрока номер 7 пошли три руки, правильно я считаю? 4 пошло. Четыре пошло. То есть ты была уверена, что седьмой черный, нет? Сейчас ты начал говорить, что я тоже против всего. А почему ты однозначно поставил свою руку против седьмого? Вот так. Причем, скажу тебе так, три руки были, ты прихлопнул четвертую руку. Было такое? Ты прихлопнул свою четвертую руку. 10 секунд. Ну, не знаю. Я не знаю, каким цветом ушел номер 7. Я сейчас обязан считать, что он ушел красным. Хорошо, давайте так. Третий будет черным. Сейчас голосовал, не голосовал против номер 9. Может выставить сразу своего черного, чтобы окрасниться, потому что Ваня сидел время. Никакой. Время. Номер 4, спасибо. Номер 6, пожалуйста. Сейчас не ошибаюсь,
обсуждать, каким цветом и Шалкинович покажет игра. Ситуация на прошлом месяце складывалась так, что мне показалось, что седьмой проверенный черный. И было полное ощущение, что вот группа шерифов сидит в конце стола. Армен, а почему ты так был уверен, что седьмой черный? Вот ты красный игрок, мне хотелось бы услышать это. То есть то основание, на котором ты сказал, что седьмой черный. Ты же говорил, что седьмой черный, правильно? Вот. Ну, может быть, даже не на этот круг. Я, может быть, на следующий круг бы этим поинтересовался, если будем живы. Ну, по крайней мере, в любом случае будет у нас шанс поговорить. Поставил контур номер 9. Сейчас я склонен вводить 9 без разговоров. Но мне кажется, игра не совсем простая. То есть она не линейная. Не так она линейная, как ее Бельян рисовал. Посмотрим. Спасибо. Спасибо. Номер 9, пожалуйста. У вас уже характер какой-то. Всем против меня играть. Все время меня выставляете, снимаете. Просто уже... Ладно. Устроим шоу. Теперь. Я хочу вам сказать... что в первую ночь я проверил игрока номер 8 и нашел его шерифом. И игрок номер 7, он был черный игрок. Вот такая ситуация. Чтоб... Ну так, я вам искренне это говорю. Успокойся. 10 да. секунд. Номер 3 получает первое предупреждение. Правильно, поставьте ему еще 2 и все. Теперь, что исходит из этого? Что единственные люди, которые выявлены за этим столом, я и ты, мой друг. Ясно, нет, что тебя ночью убьют. Время. Ясно. Номер 9, спасибо. Спасибо. Номер 10, пожалуйста. Ты знаешь, я могу сейчас минуту вслух рассуждать. У меня будет еще ночь. Я буду еще минуту рассуждать. У тебя просто этого шанса нету. Этим мы с тобой и отличаемся. Плюс ко всему... моя проверка, ну, скажем так, полезная, а твоя результативная в любом случае. Представляю кандидатуру номер 4, если он меня дает красным игроком. Сереж, вынужден с тобой играть вот в этой ситуации, понимаешь? Угу. Вынужден с тобой играть в этой ситуации. Но с другой стороны, скажи, пожалуйста, зачем на первый круг игрок номер 6 обращается к седьмому и говорит, а может быть трое черных сидят за постом? Тоже нюанс, понимаешь? 10 вот зачем он это говорит, а с этой стороны оказывается шериф и правильно черный. В Кикс-Кимыче был такой, нет. И я это услышал, что нет, один с той стороны. Вот кто это один, не могу понять. Время. Номер 10, спасибо. Номер 1, пожалуйста. 9-9 хороший шоу устраивает, мне нравится. Ну, сейчас выводим игрока номер 9, дальше будем смотреть. Мне нравятся игроки, все остальные, все те, которые играют против. Ну, 9-й черный, дальше будет интересно. Да? Мне, знаешь, потом что запомнилось, когда 9-й к 4-му обращался, говорит, нет, точно, он не шериф, я отвечаю, если вот так, то так. Откуда у тебя вот эти астрал, связь с чем-то где-то? Ты заранее, мне это нравится, знаешь, то, что заранее на 7 ходов ты вперед видишь и начинаешь выводы делать. Я согласен с 6-м, что игра не прямая, линейная и не будет вот такой раз-раз. Сейчас 9-й уйдет, дальше будем смотреть уже как, что, чего, не знаю. Интересно. Время, спасибо. Рафа, номер 2, пожалуйста. Чуть-чуть. Согласна, да, что Рафа краснился. Мне не понравилась голосовка 6-го и 1-го. Вы видите, что как бы 4 руки уже пошло. Почему вы не делите, Андро? Согласна с 4-м, что у тебя хорошо все видно. Почему? То есть вы упорно сидите. А кто мне вопрос задал? Сереж, ты вот уже готовишься меня очернять, понимаешь? Ты голосовал. Не увидела я, что ты голосовал туда и так далее. Ничего страшного в этом нет. Я услышала, как ты сказал, Дима, понимаешь, был сделан, сильный ход, да, по поводу 7-го. Я внимательно слушала. В конце 10-й сказал, что 7-й однозначно черный. Ты говоришь, я прихлопнула. Я думала. Я вижу 3 руки. Да, я поставила свою руку. Понимаешь, имею право, потому что мне показалось, что 7-й проверенный черный. И начинать вот это вот издалека, мне кажется, это вообще неправильно. Понятно, сейчас 9-й уходит. Я против 9-го не должна голосовать. Хорошо. Дальше посмотрим. Мне кажется, да, не все так просто.
Спасибо. Спасибо. Номер 9. Вам последнее слово. Да, ну хочу отметить, значит, ты против меня не голоса. Ай, это черная карта, липнет. Так и запишем. Девятым сижу, опять липнет этот, блин, сидит здесь, не вытягивает, ара, черную карту, ара. Просто я просто поражаюсь, или? Смотрите, я говорю, седьмой игрок был черный. Восьмой игрок – лже-шериф. Лилечка – самая красивая и хорошая. 10 секунд. Раз. Я так хочу, чтобы ты стал бы душей настоящей. Так, самой-самой. И вот так все бы все почувствовали это. Я думаю, знаешь, что вот, вот надо договорку поменять, Лиль. Угу. И стрелять все-таки в номер 10. Время. Номер 9. Спасибо. Не согласна? Нет. Спасибо за игру номер 9. Спасибо вам, Артур. Ночь. Мне черный. Ночь, дамы и господа. А мафия выходит на охоту и проходит рядом с номером. 1, 2, 3, 4. 6, 10 и удаляется. Просыпается до. Просыпает до. Просыпается шериф. Засыпает шериф. Доброе утро, дамы и господа. Номер 10. Значит, Раф священная корова в этой игре. Почему? Потому что 9 был доном этой игры. Ну, он с какого бадуна выставляет 9-ю, вот открывает глаза и выставляет 9-ю. Раф красный игрок. Забыли Рафа. Только поэтому. Серега жестко голосует против 9-го. Почему? Потому что надеется, что... ну, считает его черным, тот выставляет и говорит, шериф, не шериф и так далее, и так далее. Я думаю, что игрок номер 9 до конца был откровенен. До конца был откровенен. Да? Если с твоим уходом игра не закончится, да. Он был до конца откровенен, по-моему. Да? Нонсенс, что ты и Дима можете быть черными. Это нонсенс для меня, правильно? Можете? Можете. 10 секунд. Но сейчас самое логичное, чтобы Лиля покинула. Я думаю, что он до конца был откровенен. Я тоже так думаю. Чуть-чуть накатила на тебя так легонько, да. Как я слышал, Лиль. И потом ты увидела, что я седьмой попал, сразу седьмой выставила. А Чернил, зачем пришла бы очередь, постой? Ну, я бы сказал, ну, понимаешь, вот есть нюансы. Раф однозначно красный игрок, потому что своего дона на первый круг вот так вот выставляет. Время. Ну, это логики номер нету. Понимаешь, может быть, сломать, время. Дон не будет проверять, ну, не знаю. Спасибо. Может быть, все может быть. И обсуждение дня начинает номер 4, пожалуйста, Сергей. Ну, кроме того, что он выставил в пользу Рафа, говорит то, что он вместе со мной голосовал против номера 9. Я говорю такую вещь. Может такое быть, что среди игроков 7, 8, 9, 2 черных игрока? Кто-то там говорит да, кто-то говорит нет. Уже до меня была выставлена кандидатура 7 и 8. Я выставляю кандидатуру номер 9. 9 начинает ерзать, неуютно себя чувствовать. Уже понятно, что у него как, ну не шерифский, он как-то скорее по-черному для меня неуютно чувствовал. Поэтому я проголосовал против него. Но скажу такую вещь, Лиль. Может быть, номер 7 был черным, я не знал твой цвет, но если ты не поставил бы четвертую руку против номера 7, очень может быть, что это моя рука была бы. Я выставляю кандидатуру номер 2. Я не знал твой цвет. Для меня сейчас самые подозрительные игроки это 2 и 6, и только потом номер 1. Хотя ты начала сейчас, на прошлый круг, чуть-чуть нагонять, я так понял, на номер 1, типа, почему вы не поделили? Секунд. Типа, ну я выставил четвертую руку, но вы почему 2 свои руки не поставили? Есть такая логика? Да, да.
А первый против кого проголосовал? Время. Против номер третьего. 4, спасибо. Номер 6, пожалуйста. Uh-huh. Если я не ошибаюсь, на первый круг игрок номер 8, игрок номер 3 выставил 8, а не 9. Uh-huh. Да? Uh-huh. На первый круг 9, uh-huh. Да? А, хорошо. Ну, отлично. Значит, Сереж, желание меня очернить, оно у тебя присутствует, потому что нужно набирать черных, это нормально. Но я, например, предлагаю в данном случае сыграть из абсолютно простой вещи, а именно из того, что из тех игроков, которые сидят за столом, только Лили голосовала против игрока номер 7. И поэтому, если она будет уходить, то она будет уходить в противовес игроку номер 7, цвет которого до конца мы не знаем. Правильно? Такая простая, обычная, противовесная красная игра. Значит, я откровенно скажу, не готов на 100% никому доверять в этой игре, больше всего доверяю игроку номер 1. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь. То есть, точно так же, как и во мне, можно сомневаться. Я голосовал, например, против третьего вместе с первым игроком. Ну, и тем не менее, я по-прежнему считаю пока первого красного. Если кто-то из красных игроков, сидящих за столом, хочет к нам присоединиться, присоединяйтесь. Время, спасибо. Спасибо. Номер 1, пожалуйста. Да, не прямо линейно получается игра. Допустим, для меня вот вопрос игрока номер 4, то, что девятый типа наезжал на четвертого, вот я точно знаю, ты не шериф, ты не шериф. Девятый ушел черным, он откровенно в этом признался. Серега, ну теперь знать твой цвет я тоже не могу понять. То есть по игре ты тоже вот пару раз пытался в сторону номер один что-то говорить. Номер три, да. Номер три сперва не в черноту шел, сейчас вот на том кругу он больше в красноту и шел. Я согласен, с десятым самый красный получаешься. Номер три. Шестой играет с игроком номер один. И вторая тоже согласен. То у меня фраза понравилась, когда ты сказал, что вот вторая попыталась между шестым и первым. Но мне кажется, вторая красная. Не знаю. Я не знаю вот так. Выставленный чек. Вторая выставлена. Четвертая выставлена. Я выставляю кандидатуру игрока номер 4. Принято. Я не знаю, цвет я не могу определить. Время, спасибо. Номер 2, пожалуйста. Смотрите, мне сейчас выгоднее сказать, да, мне тоже там не нравится, типа, четвертый и так далее, но я не вижу пары, пары у четвертого. Я вижу пары 6-1, 3 играет 1, получается, что он у нас уже священная корова, которая выставила девятого, и четвертый 1. Он не хочет играть со мной, он не хочет, ну, сомневается в шестом и сомневается где-то в первом. Но есть пара 6-1. Я одна. Вы говорите, давайте выведем Лилю и посмотрим, что случится. Может, все-таки разобьем пару, чтобы не рисковать? Вы хотите вот так вот... Мне кажется, они играют вдвоем. А что тут такое? Ты говоришь, ты начала... Я не начала, они не поделили, понимаешь? Голосовали против третьего вдвоем. Хотя Дима все видел, он мог подстраховать там. Но если Андон не подстраховал, ладно, но Дима мог. Мне кажется, сейчас надо выводить из пары 6-1. А если игра не закончится, тогда будете говорить обо мне. Понимаете? Ну, потом. Ну, я сейчас, получается, ни с кем, понимаешь? Одна. Выставляю кандидатуру номер 6. Принято. С третьим? С четвертым? Да он гонит на меня всю время. Игру. Ну нет, время. Дим, ну что номер ты говоришь? Спасибо. Это ты вот поменял, время понимаешь, тактику два. Сейчас спасибо. На меня. Номер 3, пожалуйста. Ну, на него. Вообще, парами, конечно, правильно думать о парах, но пары могут быть совершенно разные. Например, пара может быть, к примеру, 4-6. Они друг о друге говорят, но никогда друг другу кандидатуры не выставляют. Если ты о парах рассуждаешь. Конечно, в данном случае 6-1 как бы очень явная пара. Но по мне шестым номером может быть любая пара. Поэтому я не знаю, я больше склонен голосовать против шестого. Думаю, что Лиля, не знаю. Давайте проголосуем так, как бы каждый хочет. Я призываю красных голосовать против шестого, потому что это самая правильная голосовка вот в данной ситуации. Не противовес здесь. Шестой и первый их голосовка, когда голосовался седьмой и девятый, их голосовка была вообще не решающей. То есть они больше отводили руки. А Андо может это сделать, а Андрей, не думаю, что он тот игрок, который в этот круг должен был уводить свой время. Голос. Номер 3, вот, время, спасибо. Спасибо.
Итак, у нас три кандидатуры, дамы и господа. Это номера 2, 4, 6. Напоминаю, 2, 4, 6. Просьба голосовать четко после слова «спасибо» и со словом «спасибо» голос не принимается. Номера 2, 4, 6. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 2? Спасибо. Один голос. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 4? Спасибо. Ноль голосов. Кто за то, чтобы игру покинул игрок под номером 6? 4 голоса. Номер 6. Вы набрали 4 голоса. Вы покидаете нашу игру. И я объявляю победу черной команды. Это игроки под номерами 2, 3, 9.